Андроидище Ревьюз представляет. Видео создано при поддержке сайта gamesandroid.ru. Всем привет, вы смотрите видео на канале Андроидище Ревьюз. И сегодня мы посмотрим на отличный симулятор скейтбординга от студии Spin Master, Tech Deck Skateboarding. При первом запуске вы сможете выбрать себе героя, как мужского, так и женского пола. Причем каждый из них обладает своими навыками и способностями. В игре доступно 108 досок с различными рисунками и логотипами известных фирм, таких как Zero, Baker и Blind. Также доски можно улучшать и настраивать, разумеется, за внутриигровую валюту. Геймплей не подкачал. Чтобы выполнять различные трюки, вы должны вовремя нажимать на экран или делать свайп. Как вы все знаете, скейтбординг штука трудная, так что будьте готовы, что с первого раза может не получиться. Но не сдавайтесь, пробуйте снова и снова, чтобы стать лучшим среди уличных скейтеров. Конечно же, все ваши покатушки проходят на запутанных и полных препятствиями локациях. Так вы поедете по скверам, улицам и узким тропинкам. На протяжении всего вашего пути вас будут сопровождать отличные треки известных групп. А вот графика немного подкачала. Прорисовано все не очень качественно, и сами текстуры выполнены не должным образом. Но это можно простить, так как геймплей, как я уже говорил, является большим и основным плюсом симулятора. Тем более игра весит около 50 мегабайт. Таким образом, Tech Deck попадает в таблицу лидеров по симуляторам скейтборда. Она распространяется совершенно бесплатно. Вот только в магазине Google Play мне обнаружить ее не удалось. Непонятно по каким причинам. Но не волнуйтесь, вы всегда сможете скачать игру на сайте наших партнеров. Ссылки, как всегда, будут доступны в описании. Подписывайтесь на наш канал и не забывайте ставить пальцы вверх для нашей поддержки. Всем удачи!